Всем привет, с вами, как всегда, я. Сегодня я бы хотел вновь вернуться к теме коронавируса. Да, она уже не такая актуальная, но я бы хотел показать вам коллекцию своих масок от коронавируса, которые я покупал или каким-то другим образом получал. Так вот, начнем с самых обычных масок. Тут целый набор. Таких вот вроде три маски. Думаю, такие у всех были. Ничем не примечательные обычные маски, которые были и до темы коронавируса. Следующая маска — это черная. Она вот так вот тянется. Ну, эластичная, типа. В принципе, была неплохая, но когда я открывал рот, она спадала, и я, например, раздевал. Поэтому она была не очень удобная, но, в принципе, такая плоская, компактная довольно. Третья маска, она мне не нравилась, хоть и она белая, с клапаном, считается вроде бы, что она более эффективная, но не знаю, правда это или нет. На лице она смотрелась не очень, но, по крайней мере, на моем лице, на лицах других людей не знаю, и она мне, в общем, не нравилась. Третья маска была черная, сейчас она выцвела и уже такая вот довольно серая, давно ее уже не носил. Но, в принципе, она свою функцию выполняла нормально какое-то время, а сейчас просто она смотрится как какая-то ретро-маска, но, в принципе, ничего примечательного о ней сказать я не могу. Еще одна маска, она мне нравилась, так как она на ощупь довольно приятная была, такая вот камуфляжная. Я ее в университет носил много раз, ну, когда еще учился в Амурской области. Вот, она мне нравилась, приятная, хорошая, выполняла свою функцию отлично. Так, дальше сразу будет две маски. Так, нет, это еще не из той коллекции, это просто черная короткая маска, вот где написано Be Healthy. Ну, обычная маска, в принципе, свою функцию выполняла. Сейчас, правда, она в пыли, надо будет постирать. И вот сейчас две маски. Вот такая. И вот такая, они абсолютно одинаковые, только по пыльности, наверное. Отличаются, мне их дали в университете, просто когда их раздавали всем, я их стирал пару раз. Но сейчас они не в лучшем состоянии. Вот. И еще одна маска, уже последняя. Вот такая вот. Уральская диаспора. Она мне очень нравится. Я ее купил в Екатеринбурге, но ношу уже здесь, в Амурской области. Ну, вернее, носил. Сейчас уже я маски не ношу. Нигде не заставляют это делать. Но эта маска приятна на ощупь. Мне нравится. И ее название мне тоже нравится, поэтому это, наверное, лучшая маска, к тому же она не пыльная. Еще у меня некоторые были маски, некоторые я выкидывал, некоторые терял. Но вот такая коллекция у меня масок сейчас есть. Ну, в принципе, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Ну, всем спасибо за просмотр, всем пока, не болейте, надеюсь, маски нам вряд ли еще когда-то понадобятся.